Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас распаковка второго заказа из четвертого каталога компании Oriflame. И у нас прошла акция с подружкой, акция называется «Хомяки не дремлят», и когда объявили, что в пятом каталоге будет еще значительное повышение цен, мы созвонились и решили сделать еще один заказ, ну, чтобы пополнить немножечко свои запасы, стратегические, так сказать. И один из продуктов — это набор Novage экологен. Всего заказ у нас получился совместный на 264 балла, но большая часть, конечно, наверное, получилась все-таки моя, потому что вот этот вот набор, он прилично сразу стоит, так упакован красиво. Я вам его открываю, показать, насколько мне нравится эта упаковка. Вот я люблю крафт, простое, без наворотов, чтобы все было вот чисто, просто к душе. Вот такая вот упаковка, здесь тоже все в бумаге. И так как я это беру себе, бумагу смело вскрываю. Здесь еще открыточка, как пользоваться, инструкция с обратной стороны. И вот он, красавчик, набор. Ой, крем для глаз перевернут другой стороной. Вот такая красота. 6 продуктов: очищение, крем для кожи вокруг глаз, сыворотка и 2 крема, дневной и ночной. Обожаю этот набор, все время им пользуюсь, периодически заказываю еще сиреневый Ultimate Lift, но решила все-таки в этот раз взять вот такой наборчик. Пусть будет вот так у нас картиночка, чтобы было понятно, что мы все тут с Novage. Примерно набора мне хватает на 4 месяца. Очищение чуть-чуть подольше, крем для глаз и все крема и сыворотки 3,5-4 месяца, и все это заканчивается. Поэтому взяла набор, чтобы немножечко привыкнуть к повышению цен. Так, заказала дочке в Proc Love Potion Secrets, потому что она обожает этот аромат. Я посмотрела, что, во-первых, не увидела в ближайшее время скидки на него, и цены будут на ароматы ого-го какие приличные. Так, а подружка заказала свой любимый аромат Lucia Bright Aura. Она его заказывала в прошлую осень, летом. Мы очаровались этим ароматом обе, но она решила повторить, а я так и не заказала ни разу его себе, потому что ароматов у меня очень много, и сейчас, конечно, акцент будет идти на средства гигиены. Мы взяли по 2 геля, большие объемы, вот такие вот, один сюда, один сюда. Можно даже, знаете, как делить, а я не все, конечно, помню, делить что мне, что подруге. Так, это мое, это все мне, и это снова мне, и это сюда. Так, интимки, вот так вот мы взяли по 300 миллилитров средства для интимной гигиены. Я решила взять себе вот такое вот мягенькое, желтенькое. Так, зубные щетки по 2 в руки, да. Далее, так, она берет себе все время вот такие наборы восстанавливающие для волос, мне тоже очень нравится, но я, это у нее здесь кондиционеры, 2 шампуня, это шампунь и бальзам из одной серии, восстанавливающий для поврежденных окрашенных волос. Работает круто. Почему я об этом точно знаю? Во-первых, потому что подруга берет уже несколько лет эту серию и все время в восторге, даже не хочет что-то другое пробовать. А я тоже раньше брала эту серию, а сейчас я заказала мой любимый наборчик, он тоже по акции идет, климат-контроль. Невероятно тоже мне нравится, потому что вот для моих волос он тоже идеально подходит, а учитывая, что у нас волосы длинные, и у меня, у дочки очень длинные, то есть там просто огромные волосы, расход большой, поэтому я решила еще взять наборы, хотя до этого я тоже набрала себе их очень много. Так, мы взяли по дезодоранту, шариковые дезодоранты с серой крышечкой. Я тоже их всем рекомендую, мне нравится то, что они не оставляют белых следов на темной одежде, это большой плюс. Второе, что мне нравится, нет яркого выраженного аромата, то есть практически можно сказать, я и не чувствую аромата от этого дезодоранта, а это очень удобно. Ну нет, я его вообще я не чувствую аромата, это очень удобно.
в том плане, что я не люблю, когда ароматы смешиваются. Например, крем пахнет одним запахом, а парфюм другим, дезодорант третьим, на волосы брызнули что-то четвертое. Вот я не люблю, когда ароматы смешиваются. Мне все-таки нравится какой-то чистый аромат. Но я могу смешать, например, два аромата, два парфюма. Вот тут интересная получается комбинация, когда ноты ароматов переплетаются. Вот тут круто выглядит. Но надо тоже подобрать два аромата, чтобы они друг друга дополнили. Так, что еще дальше? Подруга заказала средство для умывания. Как раз у нас получается очищающее для лица. Да, это серии Optimals. Я заказала, ну, я взяла, кстати, в запас этот крем, пусть пока лежит, смягчающий крем для ног ночной. Вот у меня сейчас точно такой же, только огромный тюбик, где-то там половинка уже осталась, и поэтому у меня еще с черешней есть крем, я это тоже взяла, положу пока, пусть лежит. Хотела еще с черешней взять, но их уже кто-то забрал. Потом не говорите, что это Донского все скупила. Видите, у меня скромненько, по два, по два, по три. Так, еще один гель для интимной гигиены, это я взяла себе сюда, куда ставить, чтобы красиво было, у меня уже нет места. И далее подруга заказала скраб для лица Optimals. Хотели взять маски с чайным деревом, но кто-то маски уже забрал. Делитесь, кто выкупил все маски. Вот, и угадайте, что здесь в коробке. Шуршу чем-то таким знакомым. Это я взяла для Михаила для умывания. Кстати, классное мыло, именно вот это белое, с ним приятное умывание, комфортное очень. Взяла еще одно мыло, просто пусть будет для купания мужское. Мне, кстати, самой очень нравятся мужские ароматы. Даже вот у Миши есть серия Novage для лица, я иногда ей пользуюсь, потому что там такой приятный аромат. И не могу сказать, что вот прям точно 100% это мужиком пахнет, нет, он настолько чистотой, такой свежестью пахнет, мне очень нравится, поэтому иногда тоже пользуюсь. А здесь у меня целая коробка мыла, я даже не знаю, вываливать ее или нет, или так будем потихоньку выкладывать. Сейчас я прошуршу. Так, а где-то еще два, раз, два. Вот смотрите, 6 кусочков мыла, это новая серия Scents and Moments. Здесь три аромата, один аромат океанический, да, аромат океана, миндаль и грейпфрут. Это подруги, я говорю, возьми, попробуй, я сейчас пользуюсь этими мылами, они классные, вот просто мне они нравятся. Такой плотный, плотный кусочек, такой нежный, приятный аромат. У меня к этому мылу прям очень позитивное. Сейчас пользуемся, вот именно вот такой кусочек открыли, а до этого был грейпфрут. Так, и здесь мы взяли по 10 кусочков, я не буду все доставать, то есть всего 20 кусочков, 10 мне и 10 подруге, из серии Vita Keo, один с апельсином, а другой лайм и имбирь. Вот, мы взяли по 10 кусочков в запас. Ну, мыло всегда нужно, тем более сейчас начнется лето, будет большой расход, срез гигиены всегда летом увеличивается. Во-первых, в душ надо сходить за день 2-3 раза, руки мыть постоянно, то на улице, то в огороде. То есть эти вот кусочки летят один за другим, поэтому я не думаю, что это прям такой большой запас, но пусть будет. У меня, в принципе, еще есть несколько кусочков, я до этого брала из серии Discover. Вот такой вот заказ. Подружки мне, подружки мне, не подружки. Я, конечно, очень довольна, то, что у меня будет запас экологен. Я теперь спокойна на несколько месяцев, как раз только новые баночки открыла по уходу за лицом, поэтому немножечко будет время, чтобы привыкнуть к новым ценам и дальше жить с такой же счастливой, классной жизнью. Вот. Теперь осталось сделать фото для обложки и дать вам маленькое пожелание, наставление. Я вам желаю радоваться чему-то, да, находить чему порадоваться, позитива. Я вам желаю найти в себе ресурс для того, чтобы быстро перестроиться к новым реалиям жизни, найти новые методы работы, новые подходы. О чем сейчас говорить с людьми? Меня спрашивают, как ты сейчас работаешь с людьми? Вот в принципе ничего не изменилось. В первую очередь я никогда не говорю, сколько стоит. Вот запомните, зачем говорить, сколько стоит шампунь,
Потому что если я человеку расскажу, какой он классный, как он восстановит волосы, как он повлияет на сухость, то что они будут лучше расти, будут крепче, живые, блестящие, то уже вопрос цены не стоит. То есть да, я не буду говорить, что ой, это по дешевке бери пока, да, это не работает. Люди не хотят скупать что-то по дешевке, люди хотят купить что-то качественное, хорошее, которое даст результат, потому что люди сейчас уже перестроились на такую волну. Поэтому я говорю именно о том, что нужно человеку. Я не рассказываю никогда весь ассортимент, я задаю вопросы: а чем пользуешься, а что ты любишь, а над чем бы ты хотела сейчас поработать, то есть какая важная задача перед тобой стоит. Например, если девушка говорит, мне нужен крем для лица какой-нибудь, я не буду ей говорить, ой, ну возьми вот этот или вот этот, а я говорю, а какую ты хочешь решить задачу? Она говорит, ну вот там сухость, вот прям пошло шелушение, наверное, витаминоз весенний. Следующий вопрос: о, классно, а скажи, а как ты умываешься, чем ты пользуешься, ты молочком или гелем умываешься, а есть ли у тебя тоник, а крем ты используешь только один дневной, а на ночь, а вокруг глаз ты тоже этот крем будешь мазать, или у тебя есть крем для глаз? То есть я выясняю, чем пользуется, правильно ли пользуется, откуда пошло шелушение. То есть я нахожу, как говорится, откуда ноги растут, и я уже предлагаю серию, потому что одно средство, один крем, он чуть-чуть поможет смягчить шелушки, да, прилепит их, да, на какое-то время будет не так заметно, но они опять потом вылезут, это не решит проблем. Поэтому находим, что решить, и предлагаем самый наилучший вариант. А лучше, если у вас будет два варианта: один на одну ценовую категорию, чуть будет подешевле, другой подороже. Благо, что у нас есть такие классные линейки и разнообразие, то что мы можем предложить что-то серии Love Nature, серия Optimal, серия Novage, Королевский бархат у нас также есть серия. Поэтому учитесь именно найти то, чем вы можете быть полезны для человека. Недавно встретила клиентку, относила ей как раз аромат, и увидела у нее губы настолько красивые, она никогда губы не красила. Прихожу, все время губы не накрашены, я говорю, почему ты губы не красишь? Ой, да мне не идет. И я достаю помаду из серии On Color, как раз она по акции была, цвет такой, ну, натуральный, то есть она не бледнит, не яркая, а вот просто как натуральный. Я говорю, вот попробую эту помаду, мне кажется, так будет классно. И знаете, вот прихожу, она с этой помадой, я-то сразу поняла, я говорю, ой, какая у тебя красивая помада, какие губы, от них невозможно глаз оторвать. Она, твоя помада, каждый день крашу. Я говорю, нравится? Она говорит, слушай, губы мягкие, не шелушатся, такие приятные, я ее не чувствую на губах, и глаза сияют. Представляете, я очень рада, и человек рад. То есть старайтесь найти вот что-то, что может улучшить человека, подчеркнуть его какие-то черты. Кому-то, может быть, нужно тени от определенного цвета порекомендовать. Тоже у меня была такая клиентка, вот она красится, у нее как будто фингал вот на глазах, и я потихоньку говорю, давайте что-нибудь другое попробуем. Она, ой, я никогда не пробовала, даже боюсь экспериментировать. А, говорю, давай попробуем. Начала я подбирать другие варианты, попробовали, сделали фотки, потому что по фотографии классно видно вот, ну, до и после. Я говорю, ну как? Она говорит, слушай, вообще классно, даже не думала никогда, что мне коричневые тени могут подойти. Да, и мы подобрали ей такой нюдовый приятный макияж, и она просто стала другой, моложе, интереснее, эффектнее, приятнее смотреть, ничего глаз не режет, не отвлекает, да, вот от нее, потому что все смотрят, вау, как смачно глаза накрашены, а издалека вообще как синяки смотрятся. Поэтому если вы хотите, чтобы у вас были заказы, становитесь профессионалами, изучайте техники макияжа, изучайте, как подбирать правильно уход для волос, для тела, для лица, и тогда у вас не будет отбоя от клиентов. И я вам желаю, чтобы у вас все это так и получилось, как я рассказывала. Спасибо вам за внимание, пишите в комментариях обратную связь, было ли вам полезно это видео, и просто рада вашей обратной связи. До новых встреч, пока-пока!